Уральский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин, вымогавших деньги под видом полицейских. Как сообщили в прокуратуре, 25-летним Еслямом Есенбаевым и 26-летним Саулатом Култаевым решили совершить вымогательство денежных средств у потерпевшего, имеющего судимость за сбыт наркотических средств. 10 февраля 2014 года в ночное время они, применяя насилие и угрожая поджогом дома, стали требовать у потерпевшего денежные средства в сумме 50 тысяч тенге за непривлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший, реально восприняв опасность угрозы своей жизни и здоровью, передал им денежные средства в сумме 30 тысяч тенге. Ранее управлением внутренних дел города Уральск уголовное дело в отношении указанных лиц было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако, ввиду незаконности данное процессуальное решение отменено прокуратурой области и дано указание о его направлении в суд. Приговор суда не вступил в законную силу.